Ибо я нуб ебаный. Ты начал запись-то? Да. Ну что, всем привет. Мы нубы. Нубы. Нубчики. Анубисы. Раки. Анубисы. А, что, ну что я там начинаю? Ну всё. Анубисы. Бля, в магаз, что ли, сходить нахер? Ты понимаешь, что мы запись начали, и сейчас поем в КС какой-нибудь? Всего лишь пол первого, ну да ладно. Жрать охота. Просто. Ты сегодня что-то заигрался, блядь. Горит человек, который жрать хочется. Жрать дома нечего. Человек с матой сидит. Есть, в принципе, что-то так, блядь, хочется что-то. Селёдки в шоколаде. В глазурь, ёпт. Текс. Сейчас какие-нибудь школьники попадутся, которые будут умничать. Слушай, меня вот они прям напрягают. Вот те люди, которые всех, блядь, там хаят, как только могут. При этом они сливаются первую жизнь, там, блядь, минуты. Так, я уже слышу. Побегаю с пистолетиком. Люблю пистолетики. Так, сейчас надо еще отвыкнуть от этой. Уж мы играли. Подлагивает мальца, что ли? А уж пятерых шлёпнул. Нихера ты там даёшь. Ой, я ж, блядь, забыл нахуй. Пару раз стрельнул и всё уже. А это тебе, блядь, нравится, чё, блядь? Ну, всё, ВП взяли. У меня подлагивает, блядь, прям. Непонятненько. Ну чё, я на рампу пойду. Русский есть автомобиль? Не. Есть. А, ну так хорошо, блядь. Энерджи просто не подрастает. Блядь, вот он пизданул. Хуйню какую-то. Я на девятку и два на улицу. Ага, блядь. Я, блядь, только рампы знаю. И всё, блядь. Никаких не... А, ну и улицу. Всё. Ага, всё, меня вынес. Замечательно. Сык, что-то у меня подлагивает, блядь. Из-за записи, что ли? Может такое быть? Ну, ясненько. До этого же ничего не было. Какая-то поебистика, блядь. Ну, там вроде не сильно ловят. Ну, может быть, блядь, ну как-то так. Если настройки поменять, оно изменится? Ну, по идее, должно. Так, может, по бурику я успею что-нибудь. Блядь, так все среднее, уже ниже некуда, по-моему. Разбой сейчас лаганет и, блядь, вылетит. Вот оно сейчас уже под зависом, блядь. Какая-то проблема с этим. Это не я. Что там было? Все равно подлагивает. Так, на улице там уже, я смотрю, как говно бегает. Так, я уже забыл, как тут что нажимать-то. Тут сидеть, нажимать? Тут сидеть можно, нет? Да, на Ctrl. А, вот, блядь, все, я уже забыл, стоит. А, ты же с макой сидишь.
Не, я имею в виду, я из той игры ты, блядь, привык, потому что мы сейчас играли, я у него полдня ебашил. Так, ну настройки мне не помогли, что-то. Видать, надо из-за записи. Сбысь! Блядь, так я один! Давай двоих, ёпты, выноси нахуй, Никита, блядь. Баран, блядь. Бать твой баран, блядь, щенок. Слился, блядь, нахуй, как нехуй делать. И сидит, блядь, пиздит. Так-то обидно было. Мне похуй, блядь, чё тебе там. Заебали уже вот эти, нахуй. Под пёздуши там, за кадром, нахуй. Ну. Закулисные, блядь, шлюшки. Сидим, сливаемся, никому не мешаем, чего нет. Да мне, да не, да мне вообще похуй. Чё на век, ну, блядь? Время нас сводит. С ума. А у реки. Так, они походу на Б. Чёрт, так было оказалось. Блять. Как так-то нахер? Ну всё, этот, блядь, цыган Гризмен, блядь. Бля, меня так веселит, как они все агрятся. Да мне похуй, что вы там делаете. У меня вообще нож. Real life. Чё? Real life. Пойти что ли на А подняться тут? Прошвырнуться. Так, они на улице все. Ща выйду, блядь, разберусь, нахуй. Эх, сушка. Никит, ну помешал, реально. Я из тебя стрелять перестал. Да? Угу. Ну там я перед лицом выпрыгнул просто. А, ну так я вообще не видел. Я вот только не понимаю, смысл Гризмен сейчас задал кого. Ермак. Бля, ну хоть одну карточку бы закатить. Парни, одно ВП в тиме не покупайте, окей? Что он сказал? Он сказал ВП не то, чтобы не покупал кроме него. И что, бля, удумал? Может, мут на него кинуть? Хоть бы одну карточку выиграть, я уже только одну выиграл. Да черт, через стену прострелил меня. Но он справа будет. Да? Угу, только не прям сразу, через кусочек. Вот он, да, вот здесь справа. Ага, блядь. Уже свалил уже. Щенок какой попался, справорный. Так, это уже хуёво, что очень смело становится. Ну давай, блядь, это, тащи. Как его там звать-то хоть? Ермак. Да, так наших двое. Вот, хорошо, хорошо. И где этот шваль может быть? Вон он вышел, вышел, вышел. На А, иди на А.
Ой, мой, иди ножичку взял. Козюля. Если он еще с ней не затащит. Позор тогда на это. Блядь. Ишак, ты видел, что он сделал? Он по трупу стреляет начал. Он вообще стал просто стрелять вверх. Но, в принципе, это... И скорбно все это. Вот что я могу сказать себе, ребятки. У меня эко. Как там Брэн говорит? Здравствуйте, мои любители. Или как? Мои маленькие. Как он называется там, блядь? Это Марцинкевич, мои маленькие любители экстремизма или что-то такое. Блядь, на Б уже. Экстремизм? Экстремизм. Там на Б, слых, уже спустился одна пиздятина. Экстремизм — это терроризм. На Б. Ты же спустился вроде. Да я обезврежу эту ночь. Он идет там уже. Я уж сдох. А, блядь, не видит, сука, что ли? Эх, ебиться. Не надо. Блядь, даже купить нечего. Бизон себе возьму. Сых, а бизон, конечно, же он... Блядь. Он от чего, блядь, на калаш мальца смахивает? Блин, я ему сейчас в натуре мут дам, не надоел. Чё он вообще сказал? Не знаю. Блядь, игу, меня такие, конечно, поражают. Мне, в принципе, вообще посрать, мне, блядь, что я солью, что нет, мне тут чё, я ничего не теряю. Я свои бабки на стене поднял, мне это хватает. Минус 3, да. Илюшенька. Дай нахуй пройти ты, ёпта, блядь, баран. Так он один, чё мы? А, так он ещё и на улице где-то, блядь, шароёбится. Красопета, а ты умри. Козёл. Я 4 человека убил. А я убил 2. Что удивительно, я ж думал 0. А, это, не, я имею в виду в прошлом раунде. Я же Анубис, ёпта. Анубис. Всё, покупай визитки. Пейте, дети, молоко. Будете корову. Да. Да, это улица. Улица полная. Улица полная. Не-не-не, не полная, не полная. А на лугу, пасутся. Правильно, коровы. Наркоман. Коровы у меня пасутся. Так. Сейчас выйдет к тебе скоро, наверное. Или сам выйди, помоги. Да мне очково, я же этот. Анубис. О! А, блядь, чуть не ёбнул уже кого-то. Тебя, походу, или кто это. А, ты же у нас жёлтенький. И ты уже умер. Угу. Там на Б точно. Блядь, сзади, что ли, нахуй? Хуярит. Ух, как я его шлёпнул. Красота. Как бог. Как Иисус. Рандом рулинг, да? Аллах Акбар. О, блядь, вентиляция, сука. Хули я на клавиатуру-то, блядь, посмотрел. Бля, ёбаный. Гиби. На мне грешок. Так и быть, блядь, признал. Может быть, раньше открыл огонь, тот бы очканул бы. Хоть бы, блядь, внимание привлёк. Бля, ножом что ли пырнуть кого? Больные люди, кто сливает кучу денег в Steam.
Чё ты речь? Я говорю, больные люди, кто сливает кучу денег в Стиме. Залил один раз в жизни 150 рублей. Накрутил, блядь, в 4 раза больше. Купил какую-нибудь игру. Опять чем-то накрутил. Хромакейс повыпадали, вот тебе, блядь, и деньги. Так, их трое. Ладно, пойду уж, глиток убил. Хромакейс, хромакейс, выпади мне хромакейс. Лечись. Сука, кто дверь, блядь, закрыл? Куда это говно, блядь, сыбалось? Впрочем, это не важно. 5 минут 4 минуты. Это шо за пистолет делает? Пистолет что ли себе купить нахуй? Его бесплатно выдаешь. Не, я имею в виду вообще в жизни. Какой? Не знаю, вот какой у меня в руках. Как засандалить кому-то нахер коленку. Инстритор, ты говнище. Да не... слышь, фига он жесткий с этой, с СГшкой. Так на улице. Ерунду несем. Улица ССГ, ССГ. Оба, куда они заложили? На А, Б, куда? Слышь, че? Че? Походу моего голоса-то в записи нет. Почему? Ну потому что я когда говорю в чат через контру, меня слышно. Когда через скайп, походу нет. Блять, перезарядка. Да слышно, слышно. Да? Да. Я ж проверял. Ты что, блядь, думал я просто так? Мог. На Б, ёпта. Да не-не-не, он сейвит. Бля, я бы, может, того бы шлёпнул, если бы у меня не кончились пульки. Перезарядочку надо было шлёпнуть. Короче, ливанули, кажется, опять. Не везёт. Чего? Ливанули, говорю, опять, походу. Не везёт в КС-ке, повезёт в любви. Не, ладно, ты даже на последнем месте. Блять, сейчас сипу тебе, козёл. Бля, завтра уже воскресенье, я в шоке. Да, чёрт! Улица, чё я звоню, улица, чё я звоню. Там ещё. Блять, ебучий случай. Подняли непонятно. Я, блядь, тут же выбежал. Ну вот. Ладно, ладно, почти, да. Ладно, почти. Везде. Даже знает, куда смотреть, и все равно, блядь. Льёт. Бахашник. Я в шоке, бля. Сейчас фур командами через пару раундов меня собудем. Сухо, я твоими командами. Поставил уже низкую, ну низкие эти настроечки. Бля, графон, конечно, упал. Василиска вообще не видно на автомате. Какой-то мудак, блядь, клякса ебаная. Да не, ну погон. Как он мне так дал-то? Ну где эти чёрки? Судя по всему, на улице есть.
пару. Они на Б пойдут, иди на Б первый. Опереди их. Пойду через задний. Ух ты, блядь! Вот это, конечно, привет. Упал-то как эпично, блядь. Давай, блядь, опять нахуй. Хуйней начни заниматься. Беги, ёпты. Хулио. Вон там ССГ валяется, возьми. Нахуй мне это ССГ? Нахуй мне? Какой акцент он сделал, а, козел? Ну и жгупник. Ермак, блядь, ЕЗ. Ну давай, давай, блядь. Заебись. Блять, не уж-то бы ты, ёбаный в рот. В кои-то веки, нахуй, Ермак что-то сделал. Дельное. Еще и 5 человек, походу, ёбнул. Батя. Батя, блять. Хуя тебе. Только ты один со званием. Потому что мы с тобой в катке, остальные тоже с нами созвонили. После того, как каточка закончится. Не, я имею в виду в нашей команде. Да и в нашей команде тоже. Ну, показывают обычно вообще-то. Нет, только с теми, с кем ты в лобби. А, не понял. Да черт! Мне этот шамбай уже надоел, именно такого меня убивает. Пиздюк какой-то, нахуй. Один остался. На улице. Он к вам вряд ли придет. А куда он денется, ёб? На Б пойдет через секрет, что он, скорее всего, избил уже. Это Б. Вот видишь? Иди на Б. А он бомбу взял? Не знаю, наверное. Давай, иди на Б. Блять, пошел нахуй. Почему каждый раз, как только я тебе говорю, иди, короче, на Б. Меня вообще, блядь, убивают просто. Это, блядь, сука, какая-то хуйта, ебать. Не буду так говорить больше. Блять, еще и спиной бежит, даун, блядь. Честное слово, спиной сука. Ну я в плане, ну, блядь, спина к этой хуйне. Заебись, давай, нахуй. В лампу пизданем. Я решил, блядь, все нахуй кинуть, все, что смог. А его тут нет. Ха, блядь. Левайс. Да, не умеет, конечно, термо петушка стрелять, спрей вообще, блядь, не помню. Я не то купил. Вот это вот реально самое хуевое. Назад-то нельзя продать. Ну да. Два рампы, два улицы и один, блядь, чекайте этот плента. Всем похуй. Улица, улица. Курица. Бомба тут, бомба тут. На крыше, на крыше. Где этот сучек ползает? Ну, на поход пошел, либо на Б.
Блять. Секретка, бля. Ну это вообще охуеть. Вот, блять. Третий раз уже в спину. Что же за люди такие? В кишке, в кишке. Беспалевный пиздец. Бля. Бля, я в шоке нахуй. Зачем он к нему-то пошел? Я бы начал диффузить и уже просто знал, откуда ждать. Рампы. Бомба на Б уже. Нихера ты, блядь, шарашишь. Блядь, пиздец. Я в шоке, отец. У тебя один хп. Да я не видел, я не успел. Ебать, так ты это, ходячий мертвец. С одним хп еще и шлепнул, блядь, троих. Или сколько у тебя там до этого было, блядь? Не, я троих только ушли. Ну, с одним хп? Почему с одним хп? У меня же сначала сотка была. Первый мне уже там слил. Ну, там одного ты точно с одним убил. Чего, когда все дело на YouTube-то заливать будешь? Да хоть сегодня. Ну, я хочу стать звездой YouTube побыстрее. Звезда, блядь, хуево. Нет, хуево звезда, это Саша Грей. Ну, и где он заложил, вот? Вот хуево. Сейчас сзади шлепнет в итоге. Что, он что-то тупой, что ли? Он очкует. Я его даже увидел. Даже я его, блядь, слева увидел. Ебиться. Изи. Просто изи. Давайте зарашим и сразу зайдем. Ой, завали. Mm. Куда рашить-то, ёпта мать? Дома у тебя раш приду. Раши. Сука, раши, блядь. Рашит, блядь. Да съебись. Хуебусы это. Блядь, террористы прям, блядь, инвалиды так бегают смешно. Блядь, горбачи ебучие. Сука, в дауне, блядь. Ага, чё? Блядь, схуя ли я один зашёл, бара... Кто тебя знает, блядь? Хули он один зашёл? Шо, блядь, за человек даун? Не помню, кто тут. Да-да, я помню. Блять, я забыл, что же мы за этих. Я думаю, что ты это. Слышь, выкидыш, блядь, ебучий. Китайской проститутки. 5 к 14, заебись, блядь. Че он говорит? Я ничего не понял, блядь. Повнятней, пожалуйста, выражайся, то, блядь, хуй поймешь. Не обязан.
Не обяном. Ой, бля. Чисто играть, такие нервы трепать, блядь, брать, сливать все нахер. Правда, выгонят, блядь, быстро. О, пушечка. Блядь, охуеть. Ауг. Черканул. Опять это пони, блять, он постоянно остается. Где он, сука, шляется-то? О-о-о-о! Да-да-да, прямо, прямо. Смотри, идет перед тобой. Просто no comment, блять. Угу. Баран, блядь, криворукий. Бля, можешь хакни, ну, кинь его. Хоть бот, блядь, поедет. Надо было тащить на самом деле, просто тащить надо было. Так тащи, хуль-то. Я не знаю, что он вообще тут распятился, я вообще на первом месте. Ну, вот, на секунду статистика, и вот. Ермак на втором, блядь, 19. И Никита на первом с конца. Просто Анубис он должен быть Анубисом. Бля, вот хули он не тащит, я вот понять не могу. Он же у нас такой весь пиздодильный, я, блядь, худею. Я там... Блядь, этот ящик конченый, блядь. А этот мудак, блядь, на крыше, сука, сидит, блядь. Рампы, ёпты, блядь. О, блядь, сидит, нахуй, смотрит на пистолетики, ебать. Школьник, ёбаный. На, нахуй, блядь. Чё он, блядь, делает? Вот да он, блядь. Бля, вот самое интересное, если же дядька, а ведёт себя как, блядь, дитё ебать. Скажи ему, ну тут реально тащить что надо. Что это было? Хуесос. Давайте зарашим, а сразу войдем, не надо на рампы выходить. Одновременно выход на плента, ёпта, всё, ёпта, считай, выиграл. Да что ты, блядь. Йеллоу, куда пошел? Йеллоу. Холд, холд. Заходим, заходим. Ну, блядь, заходите нахуй. Минус два уже, блядь. Просто нахуй все слетели. Ермак выше, Ермак выше. Анубисы, блядь. Ёпта мать, мой автомат валяется. Сейчас, блядь, как хуйнут тебе, блядь. Всё, бля, пацаны, за рашем почти выиграем, бля. Пиздец, бля. Прям нахуй, ебать. Беспроигрышная. Только Христа ради бомбы, блядь, не закинь. О, рампы разарашим, Самое время зарашить, согласен. Просто про рашера побежали на... Ему надо нагибать, ух ты, блядь. Кит, рампу вообще не выйти. Черт. Сука, идет к вам там.
АМВП. АМВП. Сейчас это уж шмальнул, блядь. Ой, я помог. Блять, Анубис. Он что, своего, что ли, клянул? Или мне показалось? Не, нет, все нормально. Бля, вот и шаг, нахуй. ГГ, изи. Изи, пацаны, изи. Изи сквизи, Лемон Гризи, или что там? Изи бизи, Лемон сквизи, что там? Чё он там пищит, блядь? Кукушонок. Кукушонок. Ладно, тормози запись. Я думаю, надо новую тоже еще одну записать. Ну да, сейчас я покурить. Нормально, а то вот это какая-то пизденская была. Ермаки какие-то. Ермачи, блядь, Анубиса нахуй. Анубис. Надо поактивнее что-нибудь, а то, блядь... Ты завершил запись? Да нет, пизжу еще.